Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, мы продолжаем проходить Атаку Титанов 2, и мы, в общем, закончили первый сезон, давайте называть это так, мы закончили первый сезон, Энни больше не угроза, Женщина-Титан больше не угроза, и мы можем совершенно спокойно продвигаться, но все не так-то уж просто, потому что раскрылись новые тайны, которые нужно исследовать. Вот, ну и пока что давайте поговорим с друзьями, поднимем ранги, получим новые способности. А ты одна из тех новичков из Южного корпуса кадетов? Тогда наверняка ты была одноклассницей Энни Леонхарт. Если ты когда-нибудь услышишь что-нибудь про нее, дай мне знать, что-нибудь стыдное. А я один из новых рекрутов военной полиции. Хич Дрейс меня зовут, не забудь. Нафиг ты мне нужна? Я нехорошо постаралась, оставив Столес в такой разрухе. Она из этого уже не выберется. Да, сделала бы ты то же самое. У нее всегда это получалось. Из этого она не выкрутится уже никак. Так она просто куда-то убежала? Нам вроде ту же самую информацию должны сообщать. Подожди, она же не умерла, да? Она бы так не ушла. Ну да. Так, я не знаю, зачем она мне нужна. Это Хич, кто это вообще? Ты кто? Марла. Эй, а ты один из новых рекрутов... разведкорпуса? Я только что присоединился к военной полиции, меня зовут Марла Фройденберг. Разведкорпус рискует жизнями людскими жизнями ради человечества. В таком случае я снимаю перед тобой шляпу. Если ты не против, я бы хотел слышать про разведкорпус. Это было бы полезно для... уничтожение коррупции, которая затмила, полностью распространилась военной полиции. Надеюсь, еще встретимся. Марла. Что происходит? Я слышал, Титан появился в Стоэс. Ты знаешь, что произошло? Да, это человек, который может превращаться в Титана. Извини, ничего не могу рассказать. Я даже не знаю, что произошло. Не могу тебе ничего рассказать. Это произошло, пока Эрон и Эрвина... отправили домой. Ты ничего об этом не знаешь? Я слышал, было много разрухи и много потерь. Кто возьмет за это ответственность? Никто. Дальше к нос. Рико, Нил, Пикси, Скитс. Вообще, на самом деле, разговоры не самой важной приоритетности. Ну ладно, давай уж сходим. Я слышал, что там был гигантский титан в районе Стоэс. Там все еще что-то происходит. Нет, все в порядке. Титаны наступают, и боишься, да? Нет, все в порядке. Ну, а то есть мы можем перестать волноваться. Почему титаны нас так терроризируют? Уже 5 лет прошло. Эрена пощадили. Аккерман должно быть счастлива. Интересуешься их взаимоотношениями. Думала, что его отправят умирать, или я тоже счастлива. Ну да, я вот мне тоже рад. Я тоже, поверь мне, он нам нужен. Мне лучше вернуться на мой пост, пока это все не стало слишком плохо выглядеть. С проблем. Пиксис. Похоже, что Эрвин разобрался. Похоже, что мы избежали худшего. Безусловно, мы захватили женщину Титана. Да, еще Эрвин в безопасности. Ну, учитывая все большие потери, это да. Ну да, Эрвин в безопасности. То это точно облегчение. Я бы совершенно точно не смог спать спокойно, если бы военная полиция убила его. Похоже, трансформация людей в титанов будет ключевым фактором в будущих сражениях. Безусловно.
Столица не очень рада сражению в стене Сина. Это еще сильнее их напугало. Это было непростительно, и мне жаль, что мы их потревожили. Типа, они еще больше теперь боятся. Да, так оно и есть. Но очень много урона пришлось. Моя работа, во всяком случае, убедить их в этом. А вы, ребята, продолжайте. Ну, не, вы пока не высовывайтесь и будьте начеку. Ник, что скажешь? А, это ты. Тебе что-то нужно от меня? Я заинтересована в Ордене Стен. Расскажи мне секрет Стен. Почему ты хотел, чтобы Эрона убили? Расскажи мне секрет Стен. Я сказал это многим солдатам, но секреты Стен я не могу просто так разглашать. Я не больше, чем просто человек, который потерял все... алкоголю? И год, и богу в это... в такое время нужды. Оставь меня. Эти три стены были построены богом. Они должны удерживать... Не пускать то, что снаружи. Ты же Рэр, да? Ты должна молиться за то, что стены будут оставаться такими же прочными. Это даст нам покой. Ладно, иди в задницу, придурок, ты меня раздражаешь, если честно. Называешься солдатом? Тогда хватит тут слоняться и начинай работать. Меня прислали, чтобы сделать покупки. Мне нечего делать, и я только об этом и подумала. Мне нечего делать, у меня нет работы. А, да? А зачем тогда тебе броня? Ты отвратительно врешь. Не забудь оплатить счета. Точнее, никогда не забывай, что мы оплачиваем счета, благодаря которым вы вообще питаетесь. Ты меня раздражаешь, Нил. Или Найл. Или ты кто вообще? Это один из новых рекрутов. Ты меня уже узнал? О. А, подожди, а кто ты? Мне кажется, что мы уже встречались, но... Конечно, я знаю. Ты кто? Я тебя не знаю. О, ты меня не узнала? На, пофигу. Это все-таки первый раз, когда мы разговариваем лицо к лицу. Я не Удок, командир военной полиции. Попытайся это запомнить. Ладно. Почему разведкорпус провел миссию внутри стен? Эрвин правда думал, что это будет полезно. Конечно, он сделал это ради человечества. Мы захватывали женщину-титана. Конечно. Мы захватывали женщину-титану вообще-то, да? Да, я знаю, что было бы еще больше разрухи, если бы ее отпустили, но... Я никогда не могу принять то, как Эрвин обращается с жизнями людей. Ну, не принимай, мне, ну... Сорян, но мне плевать. Так. Нам там дали нового всякого крутого снаряжения. Материалов. Я бы... посмотрел, может быть, я могу что-нибудь сделать? Нет? Нет? Ну, естественно, нет. А апгрейд? Нет, нет, и... О! Опа, опа, опа. Ну да, пока у меня как будто есть другой выбор. И дальше нужно Super Gym Steel и A-Grade Iron. Ну, A-Grade я теперь... Нет, я могу покупать B-Grade. А вот... Сталь. Высшая сталь. Я даже не знаю, где это можно найти. Ну, ладно. Хотя бы какая-то прокачка. Я бы, конечно, все-таки не отказался от клинков. Но тоже что-то. Так, и пойдем к Эрвину. У меня работы больше нет здесь. Помни, ты должна сообщить Мише и остальным, что мы... Которые находятся на южной части Стены Роза, что план в действии. Ты подготовилась? Да, сэр. Похоже, что какое-то время будет, ну, все очень неясно. Поэтому, как только ты уйдешь, мы, возможно, не увидимся какое-то время. Ты уверена? Да, уверена я.
Я всегда уверена. Теперь все зависит от тебя. Снова такой некий момент невозврата на какое-то время. Ну, я не против. Мне прокачивать нечего, я хорошо прокачался уже. Этот корпус смогли захватить человека, превращающегося в женщину-титана, а не Леонхард. Она положила себя в кристальную сферу, чтобы избежать допроса. Положила. Вошла в состояние. В это время, во время разрушения стен, мы узнали, что титаны находятся внутри, которые и состоят, которые формулируют стены, формируют стены. Это была очень шокирующая информация, чтобы рассказывать людям. Перед тем, как начинать план по захвате женщины Титана, некоторые из новых рекрутов были в изоляции на южной части Стены Розы в надежде вычислить предателя, который мы думали, что является женщиной Титаном. Миша Захариус, который вел элитный отряд, следил за всеми ними. Хорошо проявив себя в захвате женщины Титана, нашего друга Эрвин отправил доставить информацию о захвате операции. Об успехе операции, господи, что? Но наш анонимный солдат не знал, что он отправляется в смертельную ситуацию. Попадет в такую смертельную ситуацию. Один из них помощник Энни Ленхарт. Ну, возможно. В любом случае, мы не можем игнорировать такую возможность. Моя деревня рядом, к югу. Но около моей деревни тоже. Что? Я слышу шаги. А? Я серьезно? Я их чувствую. Все здесь? Множественные титаны направляются сюда с юга. Я хочу, чтобы все забрались на лошади и начали эвакуироваться. С юга? Мы должны думать, что Стена Мария была уничтожена. Мы, человечество, потеряно. Проиграло. Нет, не сдавайся. Мы проиграем в тот момент, когда прекратим сражаться. Пока ты продолжаешь сражаться, ты не проиграла. И у меня жопа, да? Я такой, здрасте, ребят, как дела? Как поживаете? Интересно у вас здесь, да? Что ты здесь делаешь? Что здесь происходит, и у меня есть кое-что сообщить. Я должна кое-что сообщить, как бы. Насчет женщины Титана. Извини, у нас здесь проблемы побольше сейчас. У нас возможная брешь в Стене Роза. Ты сможешь отчитаться, когда мы выберемся из этого дерьма. Очень хорошо, что ты пришла подготовленная со снаряжением. Нам понадобится твоя помощь, хорошо? Без проблем вообще. 104機と武装兵で構成した班を東西南北の4班に分ける. Итак, кадеты 104-го корпуса и остальные снаряженные бойцы разделятся на 4 отряда. Наш один отряд на каждую точку по локации. Избегайте столкновений, как только сможете. И сфокусируйтесь на... И постарайтесь рассказать об этом всем. Если вы найдете, если вы кого-нибудь увидите или просто будете проходить мимо каких-то поселений, то начинайте эвакуацию. Южно-западные отряды будут исследовать локацию бреши
Кто-нибудь вообще знает эту местность? Да, сэр. Мой родной дом в лесу, к северу отсюда. Я знаю очень хорошо эту территорию. И кони... Мой родной дом к югу, сэр. То, откуда пришли титаны. Я могу ввести отряд туда. Разрешите зайти в мой родной дом, когда мы дойдем туда, сэр. Хотя, скорее всего, слишком поздно. Но я должен увидеть, сэр. Есть разрешение. Ты ведешь отряд к югу. Они близко. Все со снаряжением. Начинайте отвлекать титанов. Как только они будут отвлечены, кадеты выдвигаются. Принято. Ты помогай нам, хорошо? Готовы сражаться? Конечно, я не уверен, что смогу помочь. И давайте их уничтожим! А мне нравится твой настрой. Всем отрядам, делаем. Поехали. Звероподобный титан, глава 4. Пам. Ох, как урона-то нет. Так, надо уничтожить всех титанов за ограниченное количество времени. Не, извиняюсь перед кадетским корпусом, я... Не хотел бы, чтобы они попали в такую ситуацию. Да, мне не нравится. Ненавижу находиться в такой позиции. Ладно, в любом случае надо начать с убийства всех титанов. А, не всех титанов, а только отмеченных. Я отвлеку титанов, а вы защищаете кадетов. Куда они, как вы думаете, сейчас будут направляться? Можно мне карту? Ага. Чтобы просто знал, кого мне убивать. Командир Миша действует как приманка? Но мы не сможем справиться сами. Поверьте ему, он второй сильнейший боец после Леви. Геодор, ты сможешь построить базу? Я хочу проверить территорию на наличие титанов. Конечно, оставь это мне. Автоматическая артиллерия 3-го уровня. Ничего себе. Так, и появился средний аномальный. Ну, умрет. Замечен титан. Разбредитесь и уничтожьте его. Так, там еще появляются. Это... Вот и все, давайте продолжим стараться избегать встречи с титанами. У меня плохое ощущение. Как будто титаны рядом. Как они так быстро перемещаются? Ты тоже так думаешь? Я поставлю базу, если нам внезапно понадобится снаряжение. Где титан? Построить базу? Ну, давай, хорошо, supply даже поставлю. Если им так им нужна база. Средний, аномальный. Привет, как твои дела? Титан замечен. Направляется в нашем направлении. Саша права. Давайте изменим курс. Так. Еще шахту. Больше шахт. Королю шахт. И что, мы добрались? Куда мы еще дальше? Туда? А как? Каким образом? Есть какой-то проход? Чего-то я не знаю. Средний аномальный. Здорово. Как твои дела? Подеремся? Титан замечен. Избегайте сражения. И на полной скорости. Вперед.
Опа, большой аномальный, здравствуйте. Что у тебя с головой, господи? Так, ну... Ну да, я что-то... Потому что непонятно, насколько близко я к нему нахожусь. Вот совершенно. Это камера такая... Особенно, когда летишь не по прямой к шее. Паучи. Это наш шанс. Все разбредитесь. О, кошмар. Нечем строить. Рэр, поскольку у тебя есть снаряжение, я надеялась, что ты, может быть, проверишь Миша. Или Микки. Я ненавижу его имя, серьезно. Я не знаю, как он произносится. Так, группа разведчиков. Это прекрасно. Нафига на мне? Это группа разведчиков D уровня. Некоторые из деревни пытаются, возможно, сбежать. Мы должны помочь им. Встретиться с Мишей. Так, подожди. Как хорошо с ловкостью-то, а, прокачанной. Я прям чувствую улучшение. Да, кто-нибудь, помогите. Паучи... Да как он еще жив, ты представь себе. Вот поэтому мне нужно как можно сильнее клинки. Это просто катастрофа, как я медленно их убиваю. Спасибо большое, вы спасли меня. Это моя работа. Хватит крутиться, пожалуйста. Ну, ты заколебал. Двенадцатое убийство. До свидания. Так, я могу что-то построить. Видишь, у меня теперь, видимо, мало будет сигналов для постройки, потому что мне дали эту новую... новый тип башни. Которая, типа, со временем мне восстанавливает... выдает... Эл. Тебе не разрешали это брать. Это игрушка для детей постарше. Дас. Спасибо, солдат, ты спас меня. Ну, Миша, он там весело все, по-моему, не? Ему нормально. Его, по-моему, съели только что, не? Как насчет вот такого? Паучи! Командир Миша, кадеты сбежали. Вы, ребята... Хорошо, тогда помогите мне уничтожить титанов в округе. Убедитесь, что Миша не умрет. Понял. Я вижу людей в деревне. Возможно, там... Там еще кто-то есть. Кто-то, кому помочь? Что? Кто сос? Не надо сос. Опа, здрасте. А я потратил ульту, да? Хорошее было решение. Два. А может даже и больше. Фу, что это? За что? Так. Рэр, уничтожай титанов, потом присоединяйся к остальным. Я постараюсь выиграть нам максимально времени. Ты постарайся, конечно. Мне главное нравится, что Эрвин, когда отправлял меня на задание, сказал, что ну вот, мы скорее всего какое-то время не встретимся. Как он мог знать, а? Вот как? А, титан рядом, быстрее. Вот как он, мать его, мог знать, что... Что тут начнет происходить какая-то дичь, и что я какое-то время не вернусь. Хотя, по сути, мне надо было просто дойти, там, сообщить инфу и уйти. Провидец, твою мать. Возможно, мы какое-то время не увидимся, естественно. Я никак не могу помочь. Умри ты уже.
попасть бы отлично. Так, теперь давай больших. 20 целей, уже убито. Что происходит? Понятно. Ух, с ним будет веселее всего, короче, я понял. Ульта. По шее. С нужного угла и зарядила. Пам. Он жив. Он жив. Не туда зарядил атаку, но там урон по всем частям идет, поэтому я думаю норм. А, или нет? А, вообще атака... Вообще фиг пойми, ладно, не важно. Можно на Нагина целиться? Спасибо большое. А теперь на шею. А теперь атака сверху. Ох, как... Урона-то нету у меня, оказывается. Все атаковали его быстро. Всеми своими лучшими ударами. А что есть, извиняюсь, вот это такое? Это я могу его поджечь, нормально? Тупо молотов, поехали. На, скотина. На. На. И по шее, да, такой? На, офигенно. Так и надо. Так, я хочу сказать, что у нас на самом деле все очень печально сейчас проходит, потому что кого-то убивают. Так, ты мешаешься, друг. Газ. Дайте газ. У-у-у, плохо. Кто-то умер. Умри. Привет, красавчик. Не надо меня хватать. Схвати кого-нибудь своего размера. Нет! Никого ты сегодня не убьешь. Not on my watch. На! Блин, как? Пипец, это 5000 урона. Где урон? Я не успеваю. Надо по ногам сейчас будет бить. Паучи. Вот бы Эроны сюда, да? Мне главное нравится. Дали способность... Точнее, возможность, типа, вот мы, короче, можете пользоваться силами Титана, если у вас кто-то в команде имеет такую возможность. И, внимание... Неужели? И внимание, у меня и близко нет людей, у которых могли бы быть способности трансформации в Титана. У нас, в принципе, это только Эрон это может, и все. Интересно, а за вражеских титанов поиграть можно каким-то образом в этой игре? Типа, за Эни Титана? Мне кажется, было бы прикольно. Как минимум. Как тебя долго ковырять? Так, давай сейчас сделаем по-другому. Пам. Мне это поможет. Они, конечно, могут уничтожить достаточно быстро, но это не проблема для меня. Как бы хотелось ульту. У меня просто полоски-то нету использования ракет. Поэтому я понятия не имею, когда что. Кстати, хорошо встал прям спиной в упор. Только, как можно видеть, пушка не попадает немного по месту, куда надо попадать. Да-да. Класс. Это не собьет ему ничего. На стамину сбиваю я хорошо. Четыре косаря я наношу, и ему плевать. А я сильнее клинки не могу сделать просто, понимаешь? Мне больше всего это раздражает.
Я не могу сделать это значительно сильнее, это нет нереально. Скотина, он еще это пережил. Мне не нужен газ, чтобы его убить. Мне не нужен газ, чтобы его убить. Мне нужен газ, чтобы его убить. Вот что самое неприятное, там еще один такой же. Такой же в плане того, что его вот ковырять и ковырять. А клинковочка нормально. Там, видимо, был последний удар. Пойдет. Так, мне нужна какая-нибудь база. Сейчас закончится у меня все, что только возможно. А, артиллерия, пожалуй. Одна будет артиллерия, вторая будет бомбами кидаться. Не кидаться, в смысле, вот я сейчас уничтожу, ты ничего не дала, да? Значит, против него не работает. А было бы классно. И полезно. Блин, вот что самое меня напрягает, я в отряде, вообще, среди тех, кто сейчас сражается, самый сильный. Очень честно будет сделать замечание, что я единственный пытаюсь сейчас сражаться с этим сраным титаном. Капец долго, я ни одного титана так долго не убивал. Блин, Эйни быстрее убить, наверное. Какой... Забей, неважно. Там я ручной построил, он его сейчас сломает, ничего. Но в этого, я надеюсь, мне ульта откатила сейчас в шею зарядить. Разок. Нет, не откатилась! Катастрофа. Господи. Руку от что? Реально руку? Так можно? Это легально вообще? Он кого-то поймал ртом. А если я отрежу ему все конечности, я... Смогу его захватить, интересно. Блин, пушки прям делают добро. Давай-ка побольше еще поставим. Сейчас я еще перестрою на автоматическую артиллерию. И я думаю, что сейчас мы ему вообще все отрубим. Рубит пушки. Просто выстрелами сносится конечности, это круто. Не попасть. Но по шее нужного урона они не наносят, к сожалению. Не успею. Так он меняет ноги, а? Потому что бить-то больше нечего. Ну что, друг? Прощайся с жизнью, что я тебе могу сказать. Сейчас еще разок. Ну или вообще даже не я. Фу, это было очень долго. Ах, командир, пожалуйста, будьте осторожны.
будущем. Что-то непонятное с этим аномальным. Да потому что это немного не аномальный. Подожди. Я сказал тебе, подожди. Как называется это оружие, на котором вы летаете, которое у вас вокруг пояса? Ладно, забей. Я просто его заберу. Проиграем тогда, когда наступит день, когда мы проиграем. Пока мы сражаемся, у нас все еще есть шанс. Ты снова можешь его съесть. Нет, уйдите от меня, нет! Интересная штука. Дэм! Но он не проживет. Супер выносливая сталь. Легкая сталь. Топ ранг дженерик. А мне надо хай, или там, как он называется. Надо хай ранг, а это топ ранг. Дайте мне то, что мне нужно, плес. Очень хочется урона наносить, ну, типа, не так, как сейчас, потому что я что-то вообще больно. Да. Ситуация. Сообщили. Мне лучше стоит присоединиться к другим отрядам. Я не могу поверить, что Миша согласился быть приманкой для титанов. Он с ума сошел. Я просто надеюсь, что он жив. Давай сами попытаемся выжить. Нам нужно просто в него верить, и у меня плохое чувство насчет этого. Фу ты, он в смысле выживет. Не мы, не давай мы выживем, а он выживет. Я прочитал хикакуи. У меня болезнь, да. Нам нужно просто в него верить. Конечно. Мы видели, что он может делать своими собственными глазами. Он справится. Мы понятия не имеем, как этот бой пройдет, но волноваться не имеет смысла в любом случае. Да, но на этом мы пока что с вами остановимся. Это достаточно крутой момент в истории, большой и интересный. Продолжать мы его будем в следующей серии. А на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.